А если ты хочешь совершенно бесплатно получить предмет из хэллоуинского события Fortnite, то тебе необходимо быть подписанным на мой канал с колокольчиком на все события, обязательно ввести мой тег автора Green Suit магазин предметов, поставить лайк на данный видеоролик и написать комментарий со своим ником Fortnite. А сейчас наливайте чаёк, садитесь поудобнее и приятного вам просмотра! Всем привет, Джонс и Киберспорт на месте. И в сегодняшнем видеоролике я вам расскажу, как получить бесплатно новый скин Сорвиголовы в Fortnite за турнир, а также информацию с обновления 14.30 Fortnite на хэллоуинское событие в виде бесплатных V-баксов. Смотрите ролик до конца, потому что будет очень интересно. Вчера Epic Games официально заявили в своих постах, что они проводят новый турнир в режиме Marvel Fortnite, в котором все игроки от второго дивизиона арены смогут принять участие в сражении со суперспособностями. Данный турнир будет основываться для игроков в отряде, так что скорее собирайте свою команду, ведь турнир будет проходить уже в эту среду 14 октября. В сражении Сорвиголовы все матчи будут основываться по кубкам, отведенные в разное время. Для получения самого скина Сорвиголовы необходимо будет пройти хоть один кубок. Если вы не смогли пройти кубок и вам очень нравится скин Сорвиголовы, не расстраивайтесь, он также после турнира будет добавлен в магазин предметов. И для любителей Nexus, если вы со своей командой примете участие во всех четырех кубках, то вам выдадут дельтаплан из этой же серии. Для получения скина в Европе главное пройти в топ 800. Бесплатный скин — это просто отлично, но также есть интересная информация о новом событии Хэллоуин после обновления 14.30 Fortnite. Уже с 21 октября должно будет начаться событие Хэллоуин Fortnite, и самое главное, что в момент его запуска выйдут испытания, отведенные к нему, и по инсайдам, которые сейчас ходят, есть информация, что возможно за испытания мы сможем также нафармить V-баксов на свой аккаунт. От 50 V-баксов за задание, так как они также будут трудны к выполнению, к примеру, как это было на прошлый Хэллоуин уничтожение босса. За сами испытания мы сможем точно получить стилистические предметы. На событиях Хэллоуин все это будет уже на 21 октября. Вот такую информацию сегодня я смог вам донести. Будьте в курсе всех вестей Fortnite, и для этого не забывайте подписываться на мой канал, ставьте лайки, вводите мой тег автора Green Suit магазин предметов и пишите комментарии. С вами был Greens, ну а я пошел готовить для вас следующие видосики. До новых встреч!